Доброе утро, дорогие братья, сестры! Вновь вас приветствую на духовном завтраке. И хочу сегодня поздравить всех нас с этим днем. Сегодня 14 февраля, это День всех влюбленных. И так принято праздновать в этот день, вот этот совершать праздник, празднование, радоваться дню, когда мужчина и женщина, они слепляются сердцами друг к другу, и между ними происходит любовь. И вот сегодня этот день, день всех влюбленных, этот праздник, когда мы празднуем это дело. И Господь, когда творил в шесть дней в книге Бытия, в первой главе, Господь творил небо, землю, растения, животных, все сотворил, все хорошо, и написано, что и было, и увидел Бог, что это хорошо. Но когда Бог сотворил человека по образу своему и подобию, сотворил мужчину и женщину, и благословил их, и сказал им: плодитесь, размножайтесь, и так далее, и увидел Бог все, что Он создал, и вот весьма хорошо. Когда Бог творил весь мир, это было хорошо, но когда Он сотворил мужчину и женщину, то вот это их единство, их семья, их любовь, она дополнила вот это все хорошее творение словом «весьма». И хочется, чтобы вот наши семьи, наши отношения с женами, с мужьями, чтобы вот они были таким дополнением «хорошо весьма». Мир хорош, но он хорош весьма тогда, когда есть в этом мире любовь. И я поздравляю всех еще раз с этим днем, днем влюбленных, особенно всех семейных, или кто еще только планирует создавать свою семью и создавать свои отношения. Да благословит Господь, чтобы вот такой весьма хорошей любви было больше в нашем мире. Пусть Господь благословит нас сегодня в этот день. И я еще бы хотел предложить, чтобы мы, может быть, этот день сегодня сделали его праздничным, его интересным, весьма хорошим сделали этот день, подумав, может быть, какой сегодня сюрприз я могу сделать своей любимой или своему любимому, какой сюрприз, какой подарок, что-то приятное друг другу сделать. И пускай этот мир, он будет наполнен весьма хорошим вот этой любовью и праздником. Да благословит нас Господь. Аминь.